Их ущемляют, за них борются, а в лучшем случае их все-таки соблюдают. Права человека – одна из важных тем современного мира, стала лейтмотивом совещания при губернаторе Сергее Морозове. Накануне он собрал ульяновских общественных деятелей, меценатов и филантропов, чтобы поговорить об успехах в их деятельности и обсудить новые цели и задачи. Мы стараемся сделать так, чтобы наш диалог, чтобы наша взаимная ответственность за настоящее будущее Ульяновской области была на самом высоком уровне. Среди участников, казалось, много людей, неравнодушных к проблемам сограждан. Один из них – Александр Скотников, автор проекта «Подарок судьбы». Он и его супруга организуют туры для детей-сирот по ульяновским предприятиям. Экскурсии и мастер-классы для профориентации ребят оказались востребованы. Уже 3 года семейный подряд помогает местным подросткам найти дело своей жизни. В этом году авторы проекта получили заслуженную награду за благородную деятельность. Лауреатство в конкурсе «Доброволец России» и 1 000 000 рублей на вложение в «Подарок судьбы». Весь проект основывается не на каких-то финансовых отношениях. Все тут без единой копейки, все строится, построено так, что каждый человек это дает на самом деле от чистого сердца. Министр счастья Ольга Богородецкая тоже поделилась новостями. На днях она и ее делегация вернулись с общероссийского гражданского форума. Удовлетворенность жизнью и создание гармоничного общества были основным посылом мероприятия. Все рассуждали о том, что же такое феномен русского счастья. А как не перепутать счастье с состоянием эйфории, хотя на некоторых площадках все-таки спикеры немного путались. А были затронуты такие серьезные темы, как защита и нарушение прав женщин, о том, что такое феминизм и стоит ли этого бояться и к чему вообще в конце концов приходим. Финальным аккордом совещания стало избрание председателя Совета по правам человека при губернаторе. В должность главного правозащитника вступил Илья Гуров, известный своей борьбой за справедливость в сфере ульяновского ЖКХ. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.